Ты накакала? Хорошо. Давай, отправляем наших ребят. Мы, ну, у нас уже много их. Так, давай, давай. Вот, видишь? Мы должны сейчас выиграть. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы начинаем играть в игру, продолжаем наши боевые гусеницы. И сейчас у меня такое интересное вот задание, которое я должен выполнить. Оно очень сложное. Я его не могу пройти, но сейчас я придумал, как можно пройти. Сейчас мы максимально раскачаем наши, так сказать, листья, чтобы они быстренько приносили нам прибыль, побольше собирались. И потом мы выпустим птичку, которая уничтожит всех вот этих врагов. Вот, уже бежит, смотри, гад. Так, давай сразу вот этих выпускаем. И когда будет много их, мы выпустим нашу птичку. Вот. Главное, что, видишь, он на этих отвлекается. На маленьких. Все. Потом выпускаем птичку. Так, все, стоим, ждем. Потихонечку собираем листья. Так, и сейчас будем выпускать скоро уже птичку нашу. Смотри, сколько собирается врагов. Так, все, давай птицу выпускаем. О, смотри. Везде она все накакала, хорошо. Давай, отправляем наших ребят. Мы, ну, у нас уже много их. Так, давай, давай. Вот, видишь? Мы должны сейчас выиграть, наверное. Ё-моё, смотри, как тяжело, какой тяжелый уровень, да? Так, где у нас? Вот, все, ребята идут. Молодцы. Давайте отправляем. Надо, знаешь, одного такого. Пусть два разных будет оружие у них. Разное оружие. О, бригада какая у меня большая. Все, начали уничтожать дерево потихонечку. Хорошо. Это я и хотел сделать. Все, выиграл. А, яблоко забыл забрать. Ладненько. Все, 84 яблок у нас. О, неплохо. А здесь нам еще можно, смотри, прикупить еще что-то. Давай, знаешь, прикупим кого? Лечащую вот эту вот улитку. Да, давай купим ее. Хорошо. Купили мы ее или нет? Купить. А, недостаточно яблок. Так, ладно, а ну-ка посмотрим. Отправляемся в следующее задание. Какое у нас золотое задание? Ага. Не тратить больше 1300 листьев. Нифига себе. Так, улучшение базы. Ваша боегусеница армия построила стационарную пушку. Чтобы защитить базу, покупайте улучшение для вашей базы через меню улучшений. Так, а эти тоже... А, эти тоже гады пушку купили себе. Так, а почему же мне не сказали раньше, что они тоже купили пушку? А где наши эти защитные гусеницы? Я что-то не понял. Так, подожди. Так, выйти в меню. Вот эту тоже давай. А, вот эту канитель надо купить. 150 стоит. Офигеть. Давай тогда вот эту не будем покупать. Все, отлично. Так, теперь собираем нашу гусеницу. Вот такая вот у нас будет гусеница. Отправляем ее. Посмотрим, как она будет себя вести. Надолго ее хватит или нет? Ох, нифига, там автомат стоит. Она ее сейчас уничтожит. Ё-моё. Конечно. Все. И тут защитная гусеница, она нифига не помогла. Да, ребята. Вот эта защитная гусеница, она особо не помогает. Да, до одного места ваша гусеница. Давайте отправляем вот этих ребят. Да, здесь я не успею ничего сделать. Давай листья соберем. Вот. Так, 250 монет. Ага. Так, отправляем вот эту гусеницу. Тихо. Вы что творите-то, алё? Видишь, у них там сидят эти букашки и бросаются минами. Это еще повезло, что... А, нет, смотри, еще одна идет. Ё-моё! Вот надо таких больших прям выпускать тогда. Во. Вот такого я прям сейчас большого монстра сделаю. Вот такого прям огромного.
Посмотрим, посмотрим, кто кого. Вот эти у меня большие, видишь, какие? Конечно, тяжело будет с этими большими. Так, а что у нас там получается здесь? Так, вот есть листочек один. Вот еще один листочек падает. Да, смотри, надо больших делать. Большие конкретно вот они. Вытягивают. Все, пошли яблоки падать. Ребята, ребята, пошли падать яблоки. Это очень хорошо. Во. Все, сейчас уничтожим. Ох, нифига, артиллерия какая, смотри. Нифига себе, они выбежали как. Они сейчас меня могут уничтожить, да? Блин, а мне совсем чуть-чуть-то осталось их убить. Да. Одного выстрела не хватило, ребята. Смотри, сколько их много. Совсем чуть-чуть там надо было один удар-то им. И неужели я проиграл? Да как так, а? Так, значит, сделаем. Давай улучшим. Улучшение базы. Так, здесь 200 стоит. А, смотри, какие-то шипы. А, разблокировать защита, запас здоровья. Ага. Так, не хватает яблока. Знаешь, что мы где яблоки заработаем? Мы заработаем яблоки на первом уровне. Идем на первый уровень. Как бы первый уровень. А, да, смотри. И сейчас здесь будем зарабатывать яблочки наши. Наши сейчас боевые гусеницы сейчас отправим. А, у них, смотри, видишь, слабенькие. Слабенькие гусеницы первого уровня. Но мы победим. Я думаю, спокойно причем. Нам главное сейчас заработать побольше яблок. Сейчас яблоки начнут сыпаться, и мы их заберем себе. Все. Так, где яблоки? Чё-то я не вижу яблок, ребята. Сейчас должны яблочки посыпаться. Сейчас мы давай еще бригаду отправим. О, пошло. Пошло дело. Первое яблочко упало. Первое яблочко упало. Второе. Два яблока мы уже собрали. Но это мало. Это... О, еще одно. Три яблока только упало. Да, вообще не густо. Не густо. Всего у нас 55 яблок. А, давай, значит, что сделаем? А, тут награда, видишь, написано. Три яблока, шесть яблок. А, вот 20 яблок. Ну, 20 яблок мы... Давай вот здесь 6 яблок у нас. Награда 6 яблок. Хорошо. Хорошо. Такого сейчас мы монстром будем делать. 6 яблок заработаем. Тоже не сильно много, конечно. Но куда деваться. Я сейчас хочу посмотреть вот эти лечащие, значит, так называемые улитки. Они вообще помогают или нет? Так, что у нас тут? Противник идет, да? Ё-моё. Поехали. Сейчас я своего выпускаю. Чувака. Они, по идее, у меня он должен же их подлечивать должны, да? Смотри, они их подлечивают. Гусеницы, да? Да, реально, гусеницы подлечивают. Нифига себе. Давай следующую гусеницу такую. С подлечиванием. О! Сделаем, знаешь, как вот пушка, автомат и лечащие гусеницы. О, таких-то точно они не уничтожат моих ребятушек. Так, отправляемся. Вот эта бригада, смотри. Сначала идет такая пушка. Нет, давай, сначала такая, потом вот такие вот гусеницы. Вот, все. Поехали. Так, хорошо. О, видал какой. Какие монстры у меня пошли. Так, давай, лечитесь, лечитесь, ребята. Так, вот берем вот эту штучку. Все. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, они его сейчас могут убить. Тихо-тихо, держись. А, нет, нифига себе. Там сколько лечащих гусениц было. О, поехали. Так, а если чисто вот такой вот гусака сделать? Чисто с гусеницами. Сейчас посмотрим.
Так, все, максимально раскрутили мы его. Давай, 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 быстрее, листья. Так, тут нигде листья не... О, лежат листья, смотри. Так, все. Вот такая бригада у меня. Так, ждем. Так, одного моего, да, уничтожили. Вот этот вообще, вот эти вообще гусеница идет, смотри. Чисто лечебная. А они, смотри, мочат только одного. В одного стреляют. Пока одного не убьют, они следующего не трогают. Интересно. Фига, гусеница. Смотри, какие у меня интересные. Целый какой-то капитан, майор. Так, давай ему пушечку одну дадим. Во. С пушечкой что был. А этого, смотри, он не может уничтожить. Смотри, он лечится постоянно. Нифига себе. Давай чисто такие будем делать. Офигеть. Так, ну где мои 6 яблок? Раз, два, три. Три яблока. Где? Где еще три? Где еще три яблока-то? Алло. Так, награду нам дали, да? Хорошо, 69 яблок. Тогда, по идее... Подожди. Ну вот. По идее, здесь, если у меня 69, то 6 яблок будет. 65 яблок мне нужно дать. Сейчас мы проверим. Сейчас проверим. Будем чисто вот таких вот защиты выпускать. Мне просто понравилось, интересно. И проверим. Так, у нас уже эти идут. Один чувак. Давай сейчас этого выпускаем. Грызуна. Он у меня не сильно быстрый. О, они там прям много сейчас будут. Вот этих чуваков. Все, давай, 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 давай. Следующий, следующий. О. Так, ждем. Видишь, они его не могут уничтожить. Знаешь почему? Потому что у него, смотри, какая защита. Защита мощная. Так, он бы слишком далеко бы не отходил бы. Надо поближе здесь сидеть. Чтобы наша пушка, видишь, не стреляет. Наша пушка не стреляет. Так, а тут листья не лежат. Ничего, нормально все. Так, вот еще листочек. Да, надо этого выпускать. Все. Выпускаем еще одного друга. И я думаю, может, ну, сейчас подождем. А, давай выпускаем всех, короче. Сколько у нас хватает денег. Мы всех его выпускать. Гусениц. Давай, лечись, лечись, подлечивайся. О, молодец. Видишь, пока он идет, пока он лечится. Видишь? Да, они его почему-то мочат. Постоянно. Так, листочки. Листочки собираем. Тут нет листочков, хорошо. Так, давайте следующего монстра. О, нормально, смотри. Знаешь, этого я возьму, наверное, с оружия какое-нибудь ему дам. Вот так вот. Все, нормально. Один будет с оружием. Ничего страшного. Чтобы они были более такие, так сказать, вооруженные. Нормально. Да, нет, они, конечно же, меня не победят. Не победят никак. Так, тут у нас идут ребятушки. Давайте гусеницы, идите, идите. Так, сейчас возьмем еще вот эту штучку. Ну и все. Ну, как-то так. Как-то так, ребята. Сколько у меня этих гусениц много. Все, и начинаем жрать дерево. Раз яблоко. Два яблока. Два яблока всего лишь, да ну? Так, 82. Было 69. Ого. 82 яблока, нормально. Так, что я могу здесь... типа, можно сделать улучшение. Так, какое же улучшение взять? Так, а ну а вот это улучшение, чтобы выдаваться. Ах, нифига себе. Да-да-да, давай такое купим. Есть. Улучшение купили. А дальше, ноги. А давай вот эту, вот эти, пушку, улучшение пушки. Во, круто. Улучшаем. Во, нормально. Так, в принципе, больше мы тут ничего не можем, да, улучшить? Ага, ага. Тут еще какие-то, смотри, есть. Ох, нифига там, блин. Сколько всего. Ну, это мы будем в следующем ролике, конечно, делать. А сейчас будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.